Друзья, всем привет! Меня зовут Жанна, и я рада приветствовать вас на моем канале. В этом обзоре я предлагаю вашему вниманию идеи вязаных джемперов и свитеров для ранней осени. Я собрала для вас модели в разных оттенках осени: терракотовый, шоколадно-коричневый, насыщенный желтый или горчичный, серо-голубой, а также в оттенках вне сезона – это тиффани, пыльно-розовый и другие. Вязаные свитеры и джемперы актуальны для любого возраста и времени года, но особенно ранней осенью, когда уже не так жарко и в это время хочется особенного уюта и комфорта. Здесь вам помогут вязаные вещи ручной работы. С помощью такой универсальной вещи, как вязаный свитер или джемпер, можно создать стильный образ. Причем один и тот же свитер или джемпер может сочетаться с разными вещами и аксессуарами, создавая разные по стилю образы. Например, в сочетании с юбкой, платьем или строгими брюками можно создать образ для офиса или важной встречи. А с помощью джинс, кроссовок и аксессуаров в виде крупных украшений, шейных платков и вместительных сумок можно создать повседневный образ с особой изюминкой. И, конечно, в создании осенних образов огромную роль играет цвет пряжи и ее состав. В прохладные осенние дни хочется максимального комфорта и уюта, особенно в пасмурную или дождливую погоду, и поэтому в одежде становятся актуальны более теплые и натуральные материалы. Например, для свитеров и джемперов стоит выбирать пряжу из мериноса, альпаки, мохера с добавлением шелка, качественного акрила или толстого хлопка. Что касается цвета, то после ярких солнечных оттенков лета хочется более спокойных цветов. Поэтому для осенних вязаных вещей часто выбирают природные оттенки, такие как винно-бордовый, шафрановый, горчичный, глубокий желтый и темно-оранжевый, разные оттенки коричневого и зеленого, песочный, бежевый, насыщенный синий и серо-голубой. И прежде чем продолжить просмотр обзора, я приглашаю вас в мои социальные сети, посвященные вязанию и рукоделию. У меня есть группы в Одноклассниках, ВКонтакте, в Бусти и в Телеграме. Проходите, подписывайтесь и вяжите вместе со мной. Если вас заинтересовали модели из данного обзора и вы хотите подробнее их рассмотреть, проходите в мой Pinterest, подписывайтесь, там я создаю много интересных подборок на разные темы. Все ссылки я оставлю под этим видео и в первом закрепленном комментарии. А сейчас я приглашаю вас к просмотру.
Друзья, спасибо вам за просмотр, за ваши приятные комментарии. Если обзор вам понравился и вдохновил, поставьте пальчик вверх и поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ну а я приглашаю вас посмотреть также и другие видео на моем канале.